в суботу. Чистый. Я думаю, что по телевизору нельзя говорить сегодня, надо говорить сегодня. Красивый. И тогда наверняка вдруг запрашивают облака. Международный. Уехал сюда, но чтобы как-то воссоздать или несколько видоизменить способы изучения современной России. Русский язык и русисты. В документальном цикле «Русские без границ». В субботу в 7:30 вечера на RTVI.